Ну что ж, мы прибыли на фестиваль детско-юношеской молодежной прессы «Алтын-Калям. Золотое перо». Давайте узнаем, что здесь происходит. Здесь молодые журналисты, будущие акулы пера, учатся снимать, монтировать сюжеты и верстать газеты. В течение 4 дней ребята со всего Татарстана посещают лекции, мастер-классы политиков и телерадиоведущих. Так, одними из первых гостях у юных журналистов побывали сотрудники нашего студенческого канала «Универ Смотри». Руководитель новостной службы «Универ Ньюс» Радик Загидулин рассказал о специфике работы студенческого телевидения. А ведущие ток-шоу «Твердый знак» Виктория Новикова и Роман Полинсков поделились секретами создания ток-шоу. Наставники помогли ребятам записать свой первый пробный выпуск ток-шоу. Для всех татарстанских ребят фестиваль «Золотое перо» Алтын-Калям – это, наверное, первая ступень для создания профессиональной истинной журналистики современной, да, для знакомства с профессией. Это возможность для ребят, чтобы они поняли, хотят ли они заниматься журналистикой, хотят ли они стать журналистами. На фестиваль приехали 110 участников в возрасте от 12 до 18 лет, и каждый очень старается выделиться в своем направлении. Ведь главный приз – бесплатное обучение в Институте социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ. Больше остальных? Нет. Все понятно. А какие интересные задания вот есть, например? Вот сейчас они фотографируют Ленина. Да, у них задание такое, как можно интереснее сфотографировать Ленина, и тот, кто снимет... Кто-то сделает самую лучшую фотографию, тот получит треугольник. Если они все сделают хорошую фотографию, то все получат треугольник. Очень здорово. И очень, наверное, мотивирует. Вот сейчас мы покажем вам. Вот Ленин. Вот, собственно, фотографы. Для самых креативных смешников организаторы «Золотого пера» припрятали подарок – путевку в Москву на посещение редакции крупнейших российских СМИ. Анастасия Иванова, «Универ Ньюс».